Расскажу вам сегодня о графе и лорде. Собачки они славные, о папе и сыне. У Олега выросли они, просто зверь-псы. Ласковые, дружные, для хозяина они. Смотрите видео о их жизни. Всем привет, ребята, девчата. Сегодня представляю вам ролик про собачек своих. Лорд и граф. Граф старший отец, лорд младший сын его. Покажу ролики, фоточки. Посмотрите, все интересно. Заходим, ставим лайки, подписываемся, жмем колокольчик. Ну давайте, смотрим. Графа мы купили 5 лет назад, полугодовалого. Он у нас подрос, вырос и стал мужичком таким. В морозы я его забирал на работу, со мной работал. Ездит с нами на рыбалку, отдыхает вот так вот. Появилась невеста у него, он ее обрюхатил и появился на свет лордик. Мы его забрали щеночком маленьким, он уже подрос, стал жить с отцом и все у них отлично, они дружат. Балдеют, кувыркаются, грызутся, дерутся. Но это все в шуточку, в шутку. Ничего страшного, бывает. Все у них отлично. Живут они в одной будке. Им теплее, и они там сами с собой и разговаривают, и обнимаются, греются там.